Наше новогоднее блюдо. Щука. Как называется? Не знаешь? Типа запеченная щука будет как-то. Вот сливки, помидоры, картофель жареный под ней. Нужен баклажан. Баклажан еще можно положить, да? Ну, я видел. А можно было даже перец может положить. А чеснок не будешь ложить? Мне кажется, чеснок придаст, нет? Что-то еще. Такое вот блюдо очень вкусное. Готовит наш папка. Встречаем Новый год 2018. Сейчас мы это закинем в духовку. Есть чеснок положить? А не знаю, может, чеснок еще положишь. Давай чуть-чуть закинь. Мне кажется, этот добавит. Угу. Так, добавляем, значит, мы еще сюда чеснок и закидываем в духовочку. Такая вот рыбка, у нас щука по кругу лежит в сковородке. Ладненько, все. Пока-пока.